Уютный дом. Комфорт, красота и функциональность – наши требования к домашнему пространству. А еще фотогеничность. Чтобы выходить по видеосвязи не только из единственного достойного угла, где стеллаж с книгами, и в Инстаграме, чтобы можно было свой дом показать. Ну и чтобы следующие годы после обновления интерьер был актуальным. Этого мы тоже хотим. Как понять, что нам нравится, что сейчас в моде, и что делать, если ремонт уже готов, а идей для мебели так и нет? Руководитель лаборатории комфортной мебели «Новацию», эксперт в сфере эргономики, колористики и уюта Ольга Новикова подскажет. Итак, как понять, что нравится нашему глазу? Можно выбрать любое изображение, фотографию, картинку, не связанную вообще с мебелью. Просто она вам нравится и радует ваш глаз. 3-5 тонов там все равно есть основных. Даже можно их перемешать, и получится что-то среднее для вас приятное. Если нет идей, какой цвет выбрать, всегда выручит серый и его оттенки. Маренго, мышиный, графитовый, сизый. Выигрышный цвет. Мужчины его очень любят. Мы, например, делаем верх белый, чтобы светлые тона присутствовали для дамы. Все довольны, потому что в сочетании с деревом еще, например, шикарно. Еще один способ сделать колористический выбор – ориентироваться на то, что советуют дизайнеры на выставках. Актуальные цвета, которые точно будут востребованы в этом году – это натуральные цвета. В приглушенной цветовой гамме – бежевый, серый, коричневый, зеленый. Получается безопасное пространство. Место, где царит покой, и глаз, душа и нервы отдыхают, сейчас особенно ценится. Кричащих цветов, которые к тому же удешевляют дизайн, в новацию вам не предложат, но стильные акценты подберут. Зеленый, конечно, используется не в своем ярком цвете. Оттенки актуальны – лесной зеленый, светлый изумрудный, оливковый и мятный. Для теплых акцентов в интерьере подойдут горчичный, янтарный и золотистый, кофейная палитра, согревающий землянистый цвет, терракотовые, медные и шоколадные оттенки. Самое желанное в этом году из коричневых. Возможно, у вас есть предпочтение по стилю, в котором вы видите свой дом. Это тоже поможет в выборе палитры для мебели. Классические кухни оформляются в глубоких, приглушенных тонах. Зато допускаются контрасты. Прованс – это постельные и нейтральные палитры. В скандинавском стиле светлые и естественные. Лофт и индастриал – в приглушенных, темных тонах с использованием кирпичного, древесного оттенка, бетона и металла. Если лофт вам по душе, то в салоне «Новацию» вместе с дизайном дома и мебелью можно заказать и металлические столики, скамейки. Металл подойдет и для пространства, решенного в классическом стиле. Цвет тоже можно выбрать. У «Новацию» есть свой покрасочный цех. Уютный дом. Идеально обратиться к дизайнеру до начала ремонта. Но если уже что-то сделано или закуплены материалы для отделки, они тоже могут стать источником идей. Делайте ремонт, не торопитесь выбрасывать остатки и обрезки отделочных материалов. Я часто прошу напольное покрытие или кусочек обоев, составим коллаж, в результате сможем найти идеальный цвет кухни или другой мебели. И напоследок лайфхак, почти универсальный, от Ольги Новиковой. Кто, например, еще не определился со своим будущим интерьером, белоснежный вас выручит в любой ситуации, потому что к нему проще подобрать декор. Да, дизайнеры его не любят, они считают, что это пустой цвет, и все равно добавляют каких-то оттеночков, чтобы это все заиграло. Подписывайтесь на студию «Новацию» во ВКонтакте. «Новацию 43», возрастное ограничение 16+. Салон «Новацию» работает в торговом центре «Тайм» на третьем этаже. Уютный дом.